Всем привет! Сегодня суббота у нас, и у меня день готовки. Уборка у меня уже закончена. Сантехника вся вымыта в ванне. Сейчас мне нужно приготовить. Хотела вообще-то я сегодня готовить и первое, и второе, но не буду. Сегодня приготовлю только первое, а завтра мы с вами будем готовить ужин. Сходили на рынок. Кто любит соленый арбуз? Для меня это как наркотик. Вот верите, нет? Но я очень сильно от него оттекаю уже. Раньше не оттекала, сейчас уже оттекаю. Смотрите, какая лепота. У нас вот в таких платочках продаются порезанные. Но я уже 2 съела, здесь было 5 кусочков. Я представляю, что завтра будет. Напишите мне в комментариях, кто любит солененький арбузик. И его очень неудобно в этом лотке класть в холодильник, он течет. Поэтому надо сейчас мне взять лоток другой. Возьмем вот такой лоток, поместится, нет? И сегодня мы с вами будем готовить супчик с галушками. Без всяких поджарок, без всяких лишних движений я научу вас готовить самый вкусный, самый быстрый супчик на курочке. На курочке будем делать, на филюшечке. Залили. Для этого нам понадобится с вами... Для этого нам с вами понадобится одно куриное филе среднее, картошка, морковка, пласт 1 слоеного теста, чеснок, сливочное масло и кинза или зелень. Кто как любит, я буду делать с кинзой. Все очень элементарно, все очень просто. Начинаем. Так, ну что, у нас сегодня день готовки, конечно, но мы решили заказать хинкали с салоби. Салоби — это у нас кафешка, да? Грузинской кухни. Очень вкусно там. Очень. Так, это белый соус сам. Ладно, не, Ксения, вот ты вот мазохистка, это вот точно просто. Рвать, 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 не порвать. Угу. Вот смотрите, как они готовят. Так, это аджахури моё. Это теплый салат с говядиной? Нет, а что это? Картофель с говядиной, со специями, с овощами. Класс. Ну, это как бы моя inner soul, но не сегодня, не в ближайший месяц. Ксенька дала себе сама обещание не есть мучного месяца. Хинкали. Ой, отвал башки. Главное, мне с баранинкой не взять. Давай не будем открывать. А где баранинка? А они внизу, и они точно такие. Да, точно такие же. И покажи, пожалуйста, лепешечку. У нас сегодня, ребята, день готовки будет. Если не столько готовить, много надо. Не могу больше разговаривать, во рту очень так. Пошли мы кушать. Кто кушает, всем приятного аппетита. Так, берем кастрюльку. Мы сварим с вами в небольшой кастрюльке, в средненькой. Так, а может побольше взять кастрюльку? Чуть-чуть побольше возьмем. Крепкого здоровья, доченька. Возьмем побольше кастрюльку. Вот такого куриного филе нам хватит. Быстро помоем его. И ставим с вами вариться бульон.
полотенца, которые мы купили в Крыму. Как-то они непонятно вытирают все-таки. Думала, что привыкну к такому качеству. Но не пойму, вот, нравится мне или нет. Прям не пойму. Еще разочек солью воду. Сейчас мы с вами сделаем жиденький супчик. Первое. Поставили бульон. И начинаем с вами раскатывать пласт, один пласт теста. Но перед этим нам нужно растопить сливочное масло и начистить чеснок. Куриный бульон мы посолим сейчас с вами сразу. И добавим лаврушечки. У меня лаврушечка с Крыма. Лаврушечка и посолим. В каждом видео, когда готовлю, говорю, соль не соленая у меня, поэтому я так с лихвой добавляю. Так, помешаем. Все, варим около, после закипания 40 минут. После закипания 40 минут я варю. Мы тем временем начинаем растапливать масло. Девчонки, вот мы с вами раскатали пласт 1 теста. Вот остаточки неровно раскатала, но я их тоже задействую. Пока закипел бульон, мы раскатали тесто и сделали начинку. Сливочное масло растопили, добавили много чеснока, но это по вкусу, и зелень. Я все-таки взяла лук зеленый, укроп, петрушку. И вот так вот делаем. Мне надо еще чуток оставить на остатки теста. Оставлю штук. Поравняем. Маслечко намазываем до краев, стараемся. Не бойтесь запачкать столешницу. Все прекрасно моется, руки есть. Все отмоется, средства есть, поэтому делаем так, как надо. Масло есть масло, но и фейри никто не отменял. Вот один пласт на кастрюльку. Так, сворачиваем в рулетик. Сворачиваем рулетик. Сейчас мы остатки по бокам уберем. Свернули в рулетик. Взяли досочку. Я не режу на столешнице. И вот на такие малипуськи нарезаем. Вот представляете, сколько их, они же еще разварятся, получается, с одного пласта. А у меня еще вот это надо раскатать остатки и тоже сделать рулетики. Так. Надо сделать ровненько. Здесь еще прилично получится. Прилично будет. Ровнее надо его раскатать. Даже и начинки я много-то оставила. Ну вот, достаточно. Достаточно. Много будет очень начинки. Ну ничего. Поядрёнее будет здесь у меня.
вот из кусочков, которые по бокам остались от одного пласта. Вот здесь у меня пустой. Ладно. Уже не буду перекладывать туда. Так. Есть контакт. Заворачиваем. Нарезаем. Представляете, сколько их будет у меня? Значит, картошку вообще одну сделаем. Картошку одну. Прям почищу картошечку. Здесь есть начиночка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, двадцать, 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 четыре, двадцать пять. 25 галушек. У нас с вами получается с одного пласта слоеного теста. А мы с вами тем временем... Так, сейчас упадет телефон. А мы с вами тем временем начинаем чистить картошечку. Прошло у нас 40 минут, и мы начинаем закидывать наши ингредиенты в супчик. Так, спинку мы убираем. Берем мою любимую большую ложку. Вынимаем мяско и лаврушку. Украинская лаврушечка у меня. Начинаем забрасывать наши галушки. На минимум убираем огонь. Забрасываем галушечки. Знаете, вообще как ребеночки маленькие. Маленькие, маленькие, красивенькие, хорошенькие. Ай, сейчас будет так пахнуть, так пахнуть. Сейчас силиконовую лопаточку возьму. Но они не прилипают между собой абсолютно. Закидываем картошечку. Я мелким кубиком нарезала. Видите, крахмал уже стал выходить. Наверное, минут 20 назад порезала. Меленькими кубиками. Две картошечки средних почистила, потому что еще же мясо будет. И галушки, они сейчас увеличатся в объемах. И кидаем одну морковку для цвета. Не трем ее, ничего. Вот так прямо кидаем. Так. Можно прибавить немножечко огонь, чтобы оно покипело. Добавляем черный перец. Сейчас галушки начнут подниматься. Ох, какая-то раскрутилась. Угу, пусть варится. Так, ну а мы с вами. Все время говорю, это рукой не брать. Все время у меня получается это рукой брать. Я еще нарезала зелень, сейчас добавим. Добавим огонечку. Видите, какой-то раскрутился. Ну, ничего страшного. Бывает.
и много зелени. Сейчас закипит. А мы с вами будем наслаждаться вкусным супчиком. Все, девчонки, делать-то нечего. Тесто, кто хочет, сам может замесить, конечно. Обычное тесто, как на пельмени со сливочным маслом. Ну, я всегда пользуюсь таким слоеным, без дрожжевым. Картошка у нас варится 10-15 минут. За 5 минут до окончания варки мы с вами добавим уже остывшее мяско куриное и зелень. И наслаждаемся обедом. Ждем. Вот, девчоночки, через 3 минуты всплыли наши красавчики. Ну, вот один только у нас развернулся, раскрутился. Все. Вот на этом моменте мы уменьшаем огонек и 10-15 минут варим. Прошло 15 минут. Засыпаем галушечки наши зеленушечкой. Красавчики. Раз, раз. Видите, как они разбухли все? Ну вот, во сколько раз они стали. Это самый маленький, наверное, который был. Ну, лепота же. Лепота же. Мяско наше остыло. Раз, раз, раз. За 5 минут до конца. Ой, а внутри не остыло. А внутри мяско не остыло, горяченькое. Ну, за 40 минут оно разваривается. Все. Ребята, суп готов. А если вы добавите туда еще... Если вы добавите туда еще сметанки, 5 минут. А если вы добавите туда... Ой. Ну вот видите, я вообще не дружу с техникой совсем. Падает. А если вы в этот шикарный куриный бульон добавите ложечку сметаны, да с каким-нибудь черным деревенским хлебушком или бородинским, ну, это будет просто шедевр. Так, мне еще осталось постирать черное. Одну стирку постирала, там еще есть, что мне нужно сделать. Поэтому я думаю, что на сегодня все. Готовьте, смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки. Я вас всех люблю, всех целую. И до завтра. Хороших выходных.